Если кто-то думает, что наши желания, они разные у людей, он просто не понимает биологию человеческого поведения. Потому что в основе нашего желания, наших желаний – это наши биологические потребности. Чего мы хотим с точки зрения наших биологических потребностей? Мы хотим быть защищенными, чтобы наш инстинкт самосохранения, так сказать, нас берег. И поэтому, конечно, деньги нам нужны для нашей безопасности. Если у вас денег нет, вы вряд ли будете чувствовать себя безопасными. Второе – это наши потребности в таком социальном статусе, на социальном месте, в котором мы находимся. Да? Ну вот, все мы хотим какое-то положение в социальной иерархии. И понятно, что все мы хотим производить впечатление, мы хотим быть желанными, мы хотим, чтобы нас любили. Так что если мы говорим про желания, то они у всех абсолютно фундаментально одинаковые.